для начала нужно найти ключи. Что за история с ключами? Ну, дружище, это же старая как мир легенда. 6 энергоключей, которые должны закрыть дыру. Оказывается, Железный Лорд имел к ним доступ. Потом взрыв все изменил. Я точно знаю, что один из ключей находится у Марка. Еще один каким-то образом попал к Зеленому. А остальные? Пока неизвестно. Но Елена ищет, а она знает свое дело. А наш путь лежит к Марку. Кстати, это Марк организовал взрыв, от которого погибли лорды. Да? Да. После сходки он опять пытался меня убить. Я догадывался. Как раз будет повод поквитаться. Нам нужно спешить родом. Зиновский также ищет ключи. Здесь недалеко пришвартован транспорт, достаточно быстрый, чтобы убраться отсюда ко всем чертям. Я Родан опять ходил к периметру смерти. Очень жуткое место. Автоматические турели постоянно в движении. То тут, то там слышны очереди, уничтожающие все живое. Горы, горы всякой мертвой нечисти. Там такие огромные стальные ковши. Если трупов становится слишком много, включается механизм, и всю эту дрянь отодвигают от стен. Вонь стоит ужасно. Короче, в очередной раз я разочаровался. Пробраться за стену не удастся. Уж больно там все надежно обустроено. Но на обратном пути встретил я обоз. Представляешь? Несколько броневиков и сотни две вооруженных до зубов солдат. Не хотелось мне вставать у них на пути. Двинул я через Вишенские склады на восток. А вот там-то и познакомился с Еленой. Она рассказала, что обоз этот непростой. А приехал он по твою душу, Родан. Кстати, в здании, откуда я вытащил тебя полуживого после взрыва, я нашел некоторые записи Железного Лорда. Возьми их. Возможно, это поможет тебе кое-что вспомнить. В любом случае, Железному Лорду ты был как сын. И эти записи принадлежат тебе.